Спасибо. Пожалуйста, сюда. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что я являюсь заведующей отделением химиотерапии, сидят мои коллеги, и химиотерапия, к сожалению, в нашей стране имеет достаточно важное, занимает важное место в лечении метастатической меланомы, потому что доступность препаратов современных, она ограничена. Но, тем не менее, сегодняшнее выступление у меня посвящено против химиотерапии. Сразу внесу несколько, да, еще раз подчеркну важность этого момента. Как там ко мне на прием приехал пациент специально из другого города и говорил, что, Светлана Анатольевна, вы меня поразили, потому что вы занимаетесь химиотерапией, и вы выступаете против химиотерапии. Так вот, мы работаем с тем, что у нас есть. На сегодняшний день мы лечим пациентами теми препаратами и теми режимами, которые у нас есть. Да, нас очень выручают клинические исследования. Да, на сегодняшний день у нас зарегистрировано несколько препаратов высокоэффективных. Доступность их, конечно, она ограничена. Но, тем не менее, мы понимаем, если бы у нас все было, давайте с вами немножко помечтаем, если бы у нас все было. Так что говорит против химиотерапии? Итак, начнем. На сегодняшний день цитостатики, какое место они занимают? Конечно, золотым стандартом является тикарбазин. Наверное, я думаю, что и во всех регионах, в Российской Федерации он остается золотым стандартом. Во всяком случае, все рандомизированные исследования по сравнению с современными препаратами, они проводились как раз в сравнении с тикарбазином. И, к сожалению, эффективность его невысока, несмотря на то, что по литературным данным описывают, что 20% эффективность, 25% даже где-то есть. На сегодняшний день это 6-8% и не выше. Но тем не менее, да, где-то 8% пациентов, 6% пациентов все-таки реагируют на химиотерапию. Продолжительность ремиссии невысока, как говорила сегодня Дилара Мухамидовна. И, конечно, комбинированная терапия, она, несмотря на то, что вот сегодня рассказывала Дилара Мухамидовна, одно из последних исследований вот НАПО Лектоксела показала, ну, более, казалось бы, высокую эффективность, но тем не менее токсичность данного режима и достаточно высокая стоимость не позволяет его вносить в широкую практику. Интерлейкин тоже не заслужил, не получил высокие дозы достойного места из-за высокой токсичности. Поэтому на сегодняшний день, конечно, встает вопрос о появлении новых препаратов, которые бы могли нас внести как определенный прогресс. Ну, вот на этом слайде еще раз показано о том, что эффективность препаратов, цитостатиков, она достаточно невысока. Максимальный ответ, как видите, 25%. Но я думаю, все сидящие в зале, кто занимается химиотерапией, лекарственным лечением больных с метастатической меланомой, скажут, что этот процент на деле достаточно все-таки низок. Вот эта схема, кстати, взята из рекомендации РУСКО. Те стандартные режимы, которые обычно используются. И что хочется еще подчеркнуть, что назначая химиотерапию, мы не знаем, больной отреагирует на нее или нет, потому что нет предиктивных факторов. Фактор, который бы указывал, что вот эти именно этот пациент попадет 8%, а тот не попадет. Мы назначаем химиотерапию всех. И вот, как видите, вот здесь вот хорошо показано, как, не знаю, как экскаватор снимает все. И здоровые клетки, и плохие клетки гибнут все при химиотерапии. Большинство пациентов получают химиотерапию без должной эффективности. То есть они однозначно имеют токсичность. Токсичность может быть очень разнообразной. И как бы ни говорили, цитостатики, конечно, это наиболее токсичные препараты. И зачастую осложнения приводят к госпитализации пациента, ухудшают качество жизни и зачастую угрожают жизни. Но самое главное, мы проводим химиотерапию зачастую тем пациентам, которым она неэффективна. Неэффективно. С чего мы пришли? Тикарбазин, как вы знаете, появился в 1975 году, и однолетняя выживаемость как и тикарбазина, как и интерлейкинов высокой дозы, всего 30-35% одногодичная выживаемость. Конечно, это мало. Ну, что происходит в настоящее время? Появляются новые препараты. На сегодняшний день, в общем-то, мы живем 16-й год. За 5 лет появилось 8 новых уже комбинаций FDA зарегистрировал. На сегодняшний день это ингибиторы тирозинкиназ, БРАФ и МЕК-ингибиторы. Это их комбинации препаратов и моноклональные антитела. То есть однозначно произошла революция в лечении метастатической меланомы.
И вот на этом слайде очень хорошо как раз показано. Посмотрите, если мы начали с выживаемости в 30-35% одногодичной выживаемости, то на сегодняшний день уже одногодичная выживаемость перевалила за 70%. И есть данные, которые свидетельствуют о 3-4-летней выживаемости пациентов, которая тоже равняется уже более 30%. Конечно, это благодаря новым современным препаратам и их комбинациям. И что еще важно, появилась возможность не только перевода заболеваний метастатической меланомы в хроническую форму заболевания, то есть отношение к пациентам как к обычным хроническим больным. Их лечить нужно так же, как больных с гипертонической болезнью, с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, посмотрите, вот эта кривая свидетельствует о том, что плата появилась. То есть где-то 22% пациентов, пятая часть пациентов живут и живут долго. Живут более 5 лет, и последние данные есть 7-10-летней выживаемости, что эти пациенты, пятая часть пациентов, 20%, живут без признаков прогрессирования заболевания. Конечно, значит, встает вопрос, что можно пациентов излечить от данного заболевания. Мы все-таки говорим о метастатической меланоме, которая на сегодняшний, буквально несколько лет назад считалась инкурабельным заболеванием. Но самая, конечно, большая проблема – это доступность и стоимость препаратов. Мы провели такое вот фармакоэкономическое исследование по поводу стоимости препаратов. И, конечно, здесь видно, что стоимость, конечно, достаточно велика. Что-то совсем у меня все сдвинулось. Но поверьте на слово, что здесь, конечно, эффективность затрат на вимрафинип по сравнению с докарбазином, конечно, она достаточно велика. Ну, на что хотелось бы еще обратить внимание, что мы вчера вот говорили, частота мутаций, BRAF-мутаций, тому, кому нужно назначать лекарственный препарат, вимрафинип, добрафинип, она определена наличием мутации. Так вот, обратите внимание, что среди молодого контингента, работоспособного контингента, этих пациентов как раз превалирующее большинство, до 80%. То есть пациенты, которые могут стать строй и приносить пользу не только себе, но и нашей стране. И заключительный слайд. Я хотела бы все-таки обратить внимание на эту фразу. Пациенты имеют самый лучший результат, когда они получают самую лучшую терапию в первую очередь. Всегда есть риск, что пациент не сможет получить последующие линии терапии из-за быстрого прогрессирования. Поэтому я выступаю за современные препараты. Спасибо. Спасибо, Светлана Анатольевна. Георгий Иванович, я понимаю, что вы хирург, но вы много видите таких больных. Вот каково ваше мнение о химиотерапии? О новых препаратах мы будем еще говорить отдельно. А вот о химиотерапии. Действительно ли это надо придерживаться? Спасибо, Леонид Михайлович. Это провокационный вопрос по отношению ко мне. Дело в том, что мы все начинали месяц, Лена Анатольевна, это самое, когда удавалось раздобыть ламустин, фотимустин. Это праздник был на отделении. Что касается, да, все мы прошли через докарбазин, последующие тамадалы и все прочее. И все-таки я остаюсь приверженцем, что там тем больным, которым нельзя помочь, вернуться обратно к докарбазину. Я грешен, честно, иногда назначаю докарбазин. Понятно, точно козырень. Теперь, так, я хотел бы спросить, Светлана Анатольевна, вы будете стоять? Ну, потому что вам будут вопросы. Нет, я вот хотел спросить сначала доктора Латипова. Там в одной из комбинаций упоминался тамоксифен. Это с одной стороны. А с другой стороны, там кое-что называлось биохимиотерапией. Но я так понял, что там была химиотерапия и, скажем, интерлейкины. И почему-то ее назвали биохим. А вот в первом случае я у вас двоих хочу спросить, что вы знаете о гормонотерапии? Потому что я понимаю, что тамоксифен там был компонентом более схемы, которая включала и химиотерапию. Но все-таки я просто как эндокринолог могу сказать, и мы, по-моему, с Алексеем Викторовичем и Владимиром Михайловичем Моисеенко когда-то пытались
где-то мы нашли, что вот в меланоме повышена активность ароматазы. И пытались ингибиторы ароматазы использовать, но без всякого эффекта, честно говоря. Но я просто хотел спросить, никто сейчас в современном мире не делает попыток гормонотерапии? Я ведь помню, и вы знаете, что меланоцитостимулирующий гормон – это все-таки гормоны, меланоциты и так далее. Что вам об этом известно? Ну, как раз, если мы говорим не о новых препаратах, о которых будем много говорить, а вот о таком подходе. Ну, как раз вот по данным исследований, в первом исследовании была доказана эффективность, но в этом исследовании большая часть пациентов были женщины. Это хорошо. Которые и ответили на лечение, показав такие результаты. Но по данным последних исследований эффективность не доказана, но в настоящее время многие исследователи продолжают назначать тамоксифен как противоопухолевый агент. Но не выявлено какого-то влияния на эффективность или на эффективность химиотерапии даже. Именно тамоксифен, да? Да. Потому что, вот, например, при раке молочной железы, и сейчас к этому как бы возвращение, и одно время было при раке почки, насколько я знаю, использовали не тамоксифен, а таримифен. И с определенными результатами. Я не призываю, так сказать, заняться завтрашнего дня гормонотерапией, но, может быть, этот вопрос надо отслеживать, и ваше искусственное или естественное противоречие, которое вы сегодня выстраиваете, может быть, оно будет дополнено какой-то новой и полезной информацией. Это... Да, пожалуйста, да, вот по этому поводу. Вот теперь пошла дискуссия. Но, господа, помните, у нас еще 5 минут для этого доклада отпущено. Давайте временных рамок придерживаться. Лев Михайлович, вот я хотел бы прокомментировать относительно тамоксифена при меланоме, при раке почки. Да. Там он в большей степени рассматривался не столько как гормонотерапия, сколько как иммунотерапия, потому что известен механизм действия... Таримифен, не тамоксифен. И тамоксифена тоже в высоких дозах. Потому что известен механизм действия тамоксифена не опосредованный гормональными рецептами, и которые как раз приводят к активации некоторых индукции, продукции некоторых цитокинов и активации иммунной системы. Именно с этим во многом связывалась его эффективность и при раке почки, и пытались его использовать также при меланоме кожи. И, ну, и, соответственно, как и вообще при химии иммунотерапии или биохимиотерапии, как ее раньше называли. В общем, результаты были не с кожи. Некоторое увеличение частоты объективных ответов, тенденция к увеличению времени до прогрессирования и нет особого влияния на общую выживаемость. Единственное, что можно сказать в защиту, что это безопасное добавление, в отличие от цитокинов, добавление которых к химиотерапии существенно увеличивает токсичность. Ну, хорошо. Вполне возможно, что у него есть какой-то эффект опосредуемый иммунной системой. А я с другой стороны зайду. Просто для того, чтобы нам тут поставить какую-то точку или точку с запятой, мы что-нибудь знаем о содержании рецепторов эстрогенов и прогестерона в меланоме? Кто-нибудь следил за этой литературой? Да, насколько я знаю, что они бывают часто с высокой экспрессируются в меланоме, но в рутинной практике у пациентов их просто не определяют. Понятно. Ну, во всяком случае, для аудитории будет ясно, что, вернувшись домой, может быть, что-нибудь надо будет прочитать, и мне в том числе, чтобы понимать, на каком мы свете находимся. Светлана Анатольевна, да, пожалуйста, у меня был вопрос к вам. Ну, пожалуйста. Да, по поводу гормонотерапии, конечно, чаще встают вопросы. Он работает, да? Работает? Да, все да. Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Вот, бывая в других центрах за рубежом, у нас вставал вопрос, применяете ли вы химиотерапию, а гормонотерапии вообще речи даже не встает. Так вот, например, Шехтер, однозначно в Израиле, исследовательно достаточно известный, вот туда, кстати, пациенты наши достаточно часто ездят, так вот, ответил, что они химиотерапии не применяют вообще. Этот же вопрос мы задавали зарубежным исследователям из Голландии, из Франции, из Германии. Практически химиотерапия не используется при лечении метастатической меланомы. О гормонотерапии на сегодняшний день вопрос даже и не встает. Понятно. Да, иногда встает вопрос, наверное, чисто этического характера. Что же больному назначать, когда у нас вот есть то, что есть, чем больного лечить? И я помню то время, когда мы назначали высокие дозы тамоксифена больным с меланомой, но практически эффектов, наверное, Алексей Викторович, да, вы скажете, что мы не видели абсолютно. Сейчас, наверное, это ушло уже в прошлое, а тем более с появлением новых препаратов, конечно, время изменилось несколько, и тактика изменилась. Да, понятно. Значит, перед тем, как мы перейдем к новым препаратам,
Значит, давайте мы попросим Светлану Анатольевну суммировать. Итак, химиотерапия, ну, предположим, такая формула, малоэффективна, токсична, но в то же время дешевле. Вот примерно такая формула. Но или я думаю, какая? Это то, что у нас есть на сегодняшний день. Ее никто не отменил. Если мы даже откроем рекомендации, европейские стандарты, NCCN, место химиотерапии на сегодняшний день в лечении метастатической меланомы существует. Мы говорим о метастатической меланоме, ни в коем случае не о адъювантном лечении. Мы вчера с вами даже договорились. Поэтому современные препараты, мы знаем, что они эффективны. Да. И если бы у нас все было, конечно, мы бы назначили. Но, тем не менее, мы лечим пациентов теми препаратами, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Но с пациентами оговариваем, что есть лекарства наиболее эффективные. Плюс еще один вопрос. Что делать, когда неэффективны современные препараты? Например, больной запрогрессировал после иммунотерапии, после современных препаратов, после ипилимумаба, например. Что делать, если больной запрогрессировал после БРАФ-ингибитора, после комбинации? И вот то исследование, о котором говорила Диларум Хамидовна, использование таксола с карбоплатином, вот это исследование, которое проводят наши московские коллеги Лев Владимирович Демидов вместе с Игорем Самойленко, оно было опубликовано на АСКО. Вот единственное исследование, которое опубликовано на АСКО из российских исследований, посвящено химиотерапии. Поэтому, доктора, чтобы у вас не было такого предвзятого отношения, существует любой метод лечения, он все равно имеет место. Но мы знаем, что есть на сегодняшний день, чем можно располагать и что у нас на самом деле есть в наличии. Ну, понятно. Спасибо. Маленькая ремарка, извините, Лев Михайлович. Светлана Анатольевна, мы забыли о таком препарате, как гидразинсульфат. Был такой гидразинсульфат. Нет, мы говорим о терапии отчаяния. Если не тамоксифен, то что? Так вот я и говорю, что гидразинсульфат. Да, в свое время шире им пользовались, правда. Ну вот, ясно, что очерчены уже подходы к тому, что можно будет считать, во всяком случае, на ближайшее десятилетие как минимум,